Сегодня в нашем видеообзоре новый инвестиционный проект, который будет расположен в 500 метрах от пляжа Клеопатры. Исторический и туристический центр города, который будет привлекать новых покупателей из разных стран и будет всегда востребован для сдачи в аренду, а также в случае перепродажи квартиры. Новый комплекс с отельной инфраструктурой у пляжа Клеопатры. Исторический и туристический центр города. Недвижимость в центре города – это ликвидное вложение денежных средств. До Средиземного моря всего 500 метров. Жилой комплекс будет состоять из двух блоков на участке 4527 метров квадратных и иметь красивое придомовое ландшафтное оформление. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать стоимость, форму оплаты и все преимущества данного проекта. На зеленой территории комплекса предусмотрен открытый бассейн, зона барбекю, детская площадка и беседки по периметру. Также в комплексе будет крытая инфраструктура в виде закрытого бассейна, спа-зоны, фитнес-зала и игровой комнаты. Для автомобилей предусмотрен крытый паркинг, что является огромным плюсом для комплекса в центре Алании. В продаже будут представлены планировки разного типа 1+1, 2+1 и 3+1. Квартиры будут сданы в чистовой отделке с уже готовым кухонным гарнитуром и ванными комнатами. Сдача комплекса планируется на 2023 год. Номер объекта 11968 на нашем сайте rasproperty.ru. Стоимость квартир начинается от 245 тысяч евро. С каждым этапом стройки цена будет только расти, а по окончании строительства возрастет до 40%. Актуальные цены и планировки уточняйте у наших менеджеров. Ссылка будет в описании под этим видео. С вами был Александр Макеев, эксперт по недвижимости в городе Алания. Благодаря расположению в центре Алании у жильцов комплекса в пешей доступности находится большой выбор магазинов, ресторанов, кафе. Также в центральной части сконцентрированы все государственные структуры города – школы, больницы, банки. Район пляжа Клеопатры знаменит своим мелкопесчаным пляжем, который признан одним из лучших пляжей Турции, а также сочетанием исторических достопримечательностей и наличием хорошо развитой инфраструктуры города. Покупка недвижимости в центре города всегда является ликвидным вложением ваших денежных средств. Покупка в Турции недвижимости в рассрочку – это очень удобно и выгодно. Обращайтесь в компанию Rasproperty. Мы обязательно подберем для вас ликвидную инвестиционную недвижимость, с помощью которой вы сохраните и приумножите свои деньги. Международная компания Rasproperty – марка номер один Турции в секторе недвижимости. Офисы в Алании, Анталии, Стамбуле и Бодруме. Лицензированные агентства недвижимости и застройщик в Турции. Более 19 лет на рынке. Вся недвижимость Турции на нашем сайте rasproperty.ru. Все виды сделок с недвижимостью. Есть услуга «Виртуальный просмотр» и онлайн-покупка недвижимости. Мы поможем оформить ВНЖ и турецкое гражданство. А также у нас есть услуга «Послепродажный сервис», который поможет вам в решении любых вопросов после покупки недвижимости. Мы делаем больше, чем обещаем. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Rasproperty «Недвижимость в Турции». Жмите на колокольчик, ставьте лайк и обязательно напишите в комментарии ваши вопросы.